Ирония судьбы или с легким паром? Зачем Надежда Бабкина послала Алсу в баню и что ответила на это мать двоих детей? Да. А вот певица Алсу в баню не ходит и не парится. Она вообще по жизни не парится. Певица замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Человек он весьма серьезный и влиятельный. Именно муж настоял, чтобы Новый год Алсу встречала с семьей, а не носилась с вечеринки на вечеринку, как ее бедные коллеги. Что касается каких-то корпоративов, я просто уже давно этим не занимаюсь. На празднике певица решила остаться дома в Москве, а вот с подарком любимому все никак не определиться. О, любимому это вообще проблема, что день рождения, что какие-то другие праздники, это целое дело. Потому что, ну, на самом деле сложно дарить что-то человеку, у которого, ну, почти все есть. От предложения Бабкиной пойти с ней в баню Алсу вежливо отказалась, а зря.